Всем привет, мои сабы или не сабы, с вами Nexus, и сегодня у нас будет видосик по игре Soul Knight, как я и обещал в закрепленном комментарии под прошлым видео. Я надеюсь, что этот видос вам очень понравится и вы поставите лайк. Я очень старался. Поехали! И сегодня мы будем рассматривать, что же лучше купить у нашего барыги кота, который продает за рыбку разные товары. Для начала нам нужно разобраться, что именно продает наш барыга кот. Он продает начальный набор металлолома, с помощью которого вы можете собрать либо нового персонажа пасхального робота, и либо же то же самое броня. Ну, если она бесконечная, то понимаю, это очень круто будет каждый раз ходить в портал и расстреливать своих врагов, и так вы можете с легкостью пройти до первого босса. Да, это очень прикольно. Следующее, что он продает, это набор растений, то есть семян. Вот эти вот семена, они, можно сказать, бесполезны. Вы спросите, что можно с помощью этих семян сделать. С помощью них можно вырастить какое-то растение, и этим растением вы можете пользоваться целый уровень, расстреливая своих врагов. Ну, это не очень круто, так как оно одноразовое, ну, можно сказать, бесполезное. Ну, там можно еще найти цветок, то есть мухоловку, арам цветок называется. И с помощью этого цветка вы можете, ну, он действует, короче, как ваш питомец и помогает вам. С помощью этого вы можете проатаковать своих противников только один раз. Но это не очень прикольно, потому можно вычеркивать из нашего списка. Теперь следующее, что он продает, это купоны на оружие. Ну, купоны на оружие, это, можно сказать, бесполезное, так как там вы можете получить любое оружие на одну игру. И то, если вы выйдете случайно, то не будет вашего оружия. Можно сказать, бесполезно. Ну, следующее, что он продает, это он продает скины. Скины, с помощью которых, ну, что можно сделать с помощью скинов? Вы можете просто поиграть за эти скины, купить этот скин на своего любимого персонажа и поиграть за него. Это не очень прикольно. Тем более нету никаких эффектов, всякого такого. Но это не очень круто. А если есть эффекты, то напишите мне в комментариях. Я буду ждать ваших комментариев. И может что-то не так, может вы напишите свое мнение. Ну а я говорю свое личное мнение. И последнее, что продает наш кот барыга, это самоцветы. С помощью самоцветов вы можете купить все. Это, можно сказать, игровая валюта, с помощью которой вы можете купить бойца, сундуков, в гасипоне, купить какую-то штучку, либо же там, не знаю, семена можно. Это очень выгодно. А мое мнение, это купить набор металлолома, так как если он бесконечный, то реально можно круто, как вам сказать, залутаться и проходить босса на ура. Ну а если оно не бесконечное, вот это вот, можно сказать, оно бесполезное. Ну, а если оно не бесконечное, то можно понакуплять самоцветов и купить себе, накопить, вот, например, на священника, тоже крутой персонаж. Если вам понравился видос, тыкайте на лайк. С вами я был Nexus. Всем пока!